Во-первых, желательно есть рис отдельно. Во-вторых, экономия электричества и воды. В-третьих, разделение личного пространства по полосам. Пожалуйста, не пересекайте красную линию. Желтый цвет – это общая зона. Студент гуляет на синей стороне. Уяснил? Очистить желтые и синие области. О, бабушка, подождите! Чего случилось? У меня синдром раздраженного кишечника, обусловлен с утренним напряжением. Я не хочу убираться, леплю Горбатова. Хозяйское время 7 до 3. Арендатор 12. Договоренные границы. Это действительно важно. Не делайте из дома контрацептив. Надпись «Не гадить». Мне нравятся внуки. Она милая, очень красивая. Чизвилл, двулюбимая анархистка. А? Скоро.